откуда, заново. То есть, как будто бы я хочу поднять человека. Поэтому здесь есть что. Заход в этот. Я не только подцепил, но еще подстроил сюда локти, чтобы колено было, и бедра. Тогда я могу на этом варианте при давлении. Вот, да, видите, так и это. Я ухожу туда, еще ниже подсаживаюсь. Вот туда я на этом варианте. Я забираю ее за стоп. Это и позволяет мне работать уже фактически человеком, который находится не за стоп. То есть я вытягиваю туда за стоп. Понятно? То есть это вот этот аспект, что когда мы делаем вот это движение, мы не просто здесь, у нас задача там, оттуда. Есть такое выражение, как бы, если вы, ну, к примеру, Антон, да, хотите посмотреть, он как буйвол, и я хочу поднять буйвола. Понятно, да? То есть это выражение, как поднять буйвола. Соответственно, если мы говорим все болевые эффекты, там все это самое, это когда мы сейчас показали, как с руками. А если без рук, тогда мы говорим, что я хватаю, она поднимает, я буйвол. Нет, ногами, вытаскиваешь. Ногами, руки просто оставься. Вот. Вот, ты просела, я тебя хватаю. А ты просто движение берешь. Вот. Понятно, да, идет работа. Руки это только обман. Это создание вот этой энергетики. Тогда мы говорим, что можно это и здесь сделать. Но уже включая вот эту. Вопросы еще какие-то есть по этой форме на сегодня? Допустим, мы находимся в районе вот этих пунцал. Момент того, что мы говорим, есть смена, да? Вот низкая работает вниз, янская. Здесь я нахожусь на вот этой части. Вот Антон на этой теме меня берет. Сам переход меня проваливает, видите, за счет того, что погружает локоть, меня проваливает. Здесь смена происходит, на которой идет вбивание. Поэтому, когда мы здесь работаем, у нас фактически важно это вот эти изменения, то, что мы на манекене делаем. И мы работаем с центральной линией, да, которая у нас центр. То, что мы говорим, пробивает колени, пятерка. Вот. Либо, если идет более широкий уход стойки, видите, раскрытие как бы идет по пространству движения, я от этого могу двигаться, работать. Или я проворачиваю на этот момент движения, но опять же подсадка. Если здесь опора чуть-чуть меняется сюда, она будет работать, если я опираюсь. Этим может перенаправить. Поэтому это немаловажный аспект, когда мы работаем пусал, то, что контролируем. Чуть что-то здесь не так, я могу, видите, если обратный вариант пошел. Для чего? Чтобы войти, бросить. При этом выйти, контролировать всю эту тему. Это очень важный аспект именно для работы в части полсау и часау. Потом мы на это дело уже будем говорить 7, 4, или это 4, или 5, мы берем тогда 5. То есть это пути взаимодействия. Иногда и допускаются вот эти описательные варианты, типа там, взять буквы. Мы подходим здесь, а я беру буйвола. Ладно, все, тогда спасибо. Да? Там выдох, вдох. Выдох, вдох. Но есть еще и совмещенный вариант. И потом на выдохе я отпускаю, у меня идет движение, либо идет, даю набор пошел. Видите, я могу двигаться, выдохать набор.
чем особенность Интау, что когда идет длинное движение, у меня на самом деле идет вентиляция и перемещение вот это длинное там получается, и вдох, и выдох. За счет идет движение, за зарядка, расслабление, отпускание, разные пути есть, да? Там мы говорим, что на обычном, все то, что привыкли, обратное движение, выдох. Вперед пошел. Там назад. Вдох. Вниз. Выдох. Вдох. А прямой, да, пошел. Вдох. Так вот, да? Я могу с того, что доставить, все будет идти прямой вдох. Все считают, а, выдох, пошел, стукти. Нет. Значит, дошел, вдох. Я могу держать задержку, добавить. Туда еще, видите, включить тему, да? Ясно, идет, пошла. По низкой теме подъем. Туда. Догоняет. По ясной теме. И еще на этом я даю выдох. Который может быть началом вдоха. Почему оно здесь и выйдет? Что мы выходим, вроде бы. Идет как бы вдох, еще продолжается, какая-то задержка. Ну, мы обращаем внимание, допустим, на низкую часть. Добавляем ясную. Шестой пошел. Выдох. Я даю выдох. Оттуда пошел вдох. Значит, вдох я. Оп, я опять набрал сюда. Когда не будет ошибки вот этого провала вдох. Я его как набираю. Опять же работаю, где я искренне. Да-да, я могу его опустить. Опустить тоже задержкой. Либо продолжать еще вести вдох. Если я провожаю, веду вдох, в чем вся разница, что если бы я был вдох, выдох, пошел бы, да? Вдох, выдох в стандартном варианте. Я хочу прокачать эту тему. Я взял вдох и еще продолжаю его прорабатывать туда. Ну, и тогда, чтобы сюда прийти снова, я даю еще выдох. Уже непосредственно в этой части. Почему? В кольцах. Это считается изнутри наружу. То есть все происходит внутри. Я добил до этого момента, дальше начинается невидимый вариант или который идет передача в контакте. Я дошел, я еще даю выдох. И выдох становится основой начала снова вдоха. Выдох. Иногда для этого используется задержка. Задержка, в принципе, и есть. С одной стороны, переход с фазы выдоха-вдоха, чтобы все понимали. Потому что если я буду работать только на вдохе, я пошел, добавил. Я пошел, добавил. Я еще добавил. Или наоборот. Я освободил, я пошел выдох, я переместил. Я все время переместил. И только выдох, только выдох, только спуск, только спуск. Даже обратно идет не вдох, а только спуск. Но идет работа другого типа. Потому что можно как вдох, выдох, вдох, средний, загнать. Выдох. На самом деле, если берем фазу вдох сюда, выдох пошел вниз. Потом мы говорим выдох. Вниз. За. Этот вдох. Отдел. Пошло ниже. Один. Оп. Отсюда туда идет. Убирание здесь. Можно сделать за одну фазу. Когда я пошел вдох. И сразу мы говорим, дышим сюда. Либо вдох пошел. Вдох. Почему мы говорим, что здесь мы закрыли, значит пойдет в нижнюю часть. В нижнюю часть у нас, видите, включаются ноги. Идет закрытие, идет включение. Мы работаем в нижнюю часть. Когда мы говорим, три отдела, да? Первое мы тренируем. Максимум что это? По четверке сюда, в центр. Сюда, в центр. Мы перешли. Оп, мы работаем в центре. На этом отделе. Мы переходим, когда нам нужно ноги сильные. Мы переходим в нижний. Идет. Там работа. Нижний. Мы
выбрасываем, работаем ванну. Поэтому это три отдела. Другое, когда мы их начинаем гонять вместе, набрали сюда, пошли вниз, отсюда подняли спину, выдали. Отсюда, оп, опустили, сюда. Потом взяли, выбили. Снова набор. Поэтому, когда мы говорим выдох, вдох, один тип, как бы мы отпускаем. А бывает, что я отпускаю, вдох идет, набор внутренний. К себе. Выдох. Я как бы релаксирую. Срелаксировал, у меня готово, я снова вдох. А средний, это как раз идет совмещенный. Выдох, вдох. Иногда для этого вставляются как раз задержки, чтобы чуть-чуть выполнить определенную задачу. Почему есть там цигун, допустим, для здоровья, для какого-то. Разные типы назначения цигун. Где-то они могут участвовать в боевой схеме включения, где-то на другой теме. И это влияет на те отделы, которые мы проработали. Но если мы не владеем структурой, дыхание бесполезно делать. Почему есть? Некоторые сажают, работают животом. Прямое дыхание. Как бы условно, они расслабляют путь захода. Потом обратно. То есть как бы инь-ян. Потом пошли три отдела, типа. Верхний, второй, нижний, третий. Значит, должно быть здесь, чтобы перенаправить вниз, перекрытие. Потому что среднее отдел, пожалуйста, можно работать в руки перейти мощно, можно работать, включить ноги. Верхний. Только руки. Нижний. Вот это. Ноги, когда там. Йоп. Ясно, да? Но тренируется просто как камерное вздыхание. Это еще не мысль, где, откуда, чего, куда включить. Так же, как здесь. Где, откуда поднять и во что включить. А как сюда цвет? Опять же набрал, завязал, оп, тогда сделал. Это жестко. Или наоборот, это мягко. Это здесь. Или все прошло сюда. Поэтому будем детально, как положено. Если разрабатываем отделы, значит этот отдел, то совмещаем, накладываем. Если мы готовим структуру под эту, значит готовим структуру. Так что в самом прощенном этапе пошли. Здесь будет вдох, допустим, здесь будет. Куда выдох? Любая форма в итоге выполняется. Это вентиляция. Только один начальный вдох. Как он делается? Для этого делается сначала выдох, чтобы получить первый вдох в тягом. Понятно, чтобы не жечь себя. Дальше пошла вентиляция. Вот то, что взялось, и начинает гонять. Все остальное подкачивается от вентиляции, потому что я взял вдох здесь. Почему есть такое? Выдох. Жа или вау. И выдох. Вверх или вниз, да? Сон. То есть я здесь взял, я его пустил вниз. Некоторые там, о, дракон. А как это стоп? Опять вдох со стоп, выдох в руки. Я приблизительно, есть разные типы цигун, где я сознанием, сейчас я здесь руки взял, здесь потом ногу выдох. Понятно, да? Это болтовня. А реально, значит, проверяется все давно на том, что действительно вы это делаете. Представление тоже, конечно, работает. Как бы, ну, это мы называем, как если в тайцзи, там, прогулка по Европе. Или некоторые люди, там, вьетнамские, шли радостно крутить руки. Просто ощущение радости уже там было. Некоторые тоже пообщались там с кем-то, пообщались, раскрылся все, вот оно, видите, ну куда здесь еще бить?
Я вам душу открыл. О, всем хорошо. Тоже цигун. Но некоторые не понимают, им нужен вот цигун, да? Потому что, ну, к примеру, там, Антон, да? Вариант атаки. Вариант атаки, да? Если у меня есть напряжение, голая бьет. Если я... О, как мне нужно было потянуться, да? Чтобы дойти туда, на этот вариант, да? То есть, он мыслит, что... Я ушел, у меня нету, я ухожу на пространство, да? Он уже попал в тот вариант, потому что он не готов был, что на самом деле я его на этом деле вытянул открыл. Обычно я показываю сейчас не до конца, всем говорю, о, это чтобы был спектакль. Нет, он достает реально. Обычно в чем связь напряжения? Человек сжимается, вот он почувствовал это напряжение. А если произошел вариант, испуга нет, мотор открывается. Значит, на этом варианте я могу уже таскать. Все остальное это вопрос дистанции. Мы тоже будем работать. Но я опять сказал, что мы будем выходить на это на доказательном варианте, а не приводить их в позицию фокуса. Потому что многие любители там ММА или прочих всяких. Это бесконтактка или дистанция не работает. Вот у нас задача показать, как процесс начала ее работы. Чтобы она действительно работала доказательно. И не обязательно, если вы владеете там дистанционной работой, что это обязательно нужен человек, например, опытный. Типа Антон, он может закрыть дистанционную работу, не пойти на это. И чтобы, когда он выходит, он на нее повелся, нужно создать так называемый физический вариант, где пошел он дальше или нет. Я создал эффект, который, оп, я затормозил. Да, этот момент, тогда я могу его управлять. Понимаете, сейчас он бился на этот контакт, да? Я говорю, что, о, я вот здесь пошел, повелся под этим, я понимаю. Он еще раз пошел, я здесь остановил, я его отпустил, он куда-то пошел, да? Теперь я снова остановил, я могу показать, куда это пойдет. А когда мы говорим о дистанционном контакте, вроде бы, он пошел, я должен создать этот вариант. Каким-то образом, где-то его забрать, найти, где он двигался, для того, чтобы его дальше подвести. Но он может полевой эффект закрыть, не дать, он может, как называется, не выйти ни в доме, оставаться у себя. А что ты со мной сделаешь? Он все время будет находиться в системе защиты, да? Вот, сильный, все остальное. Что я с ним делаю? На этом мне и нужно туда. Либо на энергетике его растащить, либо создать ему какой-то там физический контакт, чтобы внимание его пришло сюда, и я мог за это внимание его вытащить. Поэтому, когда говорится о неконтакте, очень сложная демонстрация. И многие не понимают, что происходит. Или так, что таким же образом, когда есть, что идет любой шок какой-то, все, он стоит. Что дальше стоит? Это в этот момент можно его в этой структуре как бы это ощутить, попробовать. Он стал тем самым деревянным манекеном, на котором вы тренируетесь. Почему именно на деревянном манекене? Хоп, щелчок есть, вошел. Ну, приблизительно так. Ладно, давайте теперь сделаем перезапустим. Значит, надо еще. Значит, небольшое вступление. С кем этой формы, в общем-то, разными мастерами исполняется там по-разному. Есть это когда прямое движение, там обратное движение, когда разворот на полную. Есть с этим, ну, с движением пальцев, со стройкой. Поэтому мы сейчас поработаем чуть-чуть как бы движение и над ним чуть-чуть поработаем, над самим исполнением движения. Да? То есть вход возьмем стандартный какой-то, этот, или начнем сразу вот его вытаскивать, видите, и входим в него движение. То есть мы входим до чего? Налаживаем линию, продолжаем, налаживаем линию. До нормального соединения, как пальцы соединились у мизинца и ладони, у нас фактически уже есть то, что мы пришли и установили, с чего мы можем начать.
обратное движение, либо продолжать его это, усиливать, продолжать освобождаться от ладони. Поэтому даже если мы раскрыли его, нам ничего не мешает снова на него это, прийти. То есть локоть, фаленская часть, все соединено, но это. Дальше что? Если мы это наладили, эту связь, мы фактически можем перейти на вот это движение. Видите? То есть по пространству раскрытие, треугольник, это самое, да, раскрытие. Если мы здесь можем как в кисти, как в ладони, так и ставится вот эта вот часть, да, значит и здесь мы можем перевернуться в эту часть, да, и прийти сюда. Значит, если мы с этого первое вышли, отсюда вошли вперед, да, значит, здесь можем теперь, видите, провернуться, создать разряд и снова, как бы зарядившись, втечь по нижней части сюда. Опять нам нужно активизировать янскую часть. Мы раскрываем здесь для того, чтобы снова подсоединиться. Видите, мы не забываем, что мы можем. И образовался, мы фактически закрыли то, что приходит на бедро, плечо здесь не участвует. Фактически на этом вернуться. Здесь относительно ног я уже показывал, что как только у нас налажена средняя часть закрыта, да, мы можем фактически присесть, дать снова посадить, раскрыть связанные колени, тогда они нам, они свободны, как и поясница, но они позволят на вот этой части сформировать вот этот треугольник. И естественно до закрытия. Ну, мы находимся в системе Земли, поэтому свободно, да? Входим, допустим, в первый вариант, мы уже поняли. Вот он. С него мы входим в движение, так называемое перекрывающее центр. Обратите внимание, если бы мы ходили на ладонях, я рисую вот часть. Если мы входим на кресте, значит, все движение у нас, которое мы можем пойти сюда. Сюда, видите, вот это. Сюда. Этот. Проворотки на это. У нас он будет. Мы изначально показываем, что мы пошли и входим на теме опять втыкания. Внимание. Мы втыкаем. Понимаем. Когда мы вынули, мы можем взять этот вариант. Мы можем войти тогда ниже, посмотреть, что мы туда оп, пошли. То есть стопа, под нее локоть, вот мы его взяли. Мы можем опять раскрыться, видите, ага, раскрыться для того, чтобы перейти в эту часть. Опять раскрыться, перейти в эту часть. Можем показать, что раскрыться, снова войти в эту часть, видите, опять раскрыться, вот он обратно, туда, вот мы вошли в следующее. Опять же мы говорим движение, у него тогда появляется эта плоскость раскрытия, этот вариант чисто как кистеволная, вот он, вот, можно пойти в более глубокий вариант, выйти, и у нас уже фактически опять же под тройки, в одной руке свойства двух рук, убираем, когда это готово, мы можем начать движение вперед. Можем его опять же качать в этот. Когда этот сделали, из него опять же вот, тогда мы можем отпустить. Получается, что мы вошли, повторили, да, отпустили. Выбираем. И вот, вставим. Когда это отработана часть, мы можем проработать полностью по схеме на одно время. Когда мы показываем, что у нас мы работаем в этом круге, в этом круге, в этом круге. Вот мы снова приходим в то, что мы перемещаем к себе. Работаем.
части, опять же, здесь мы можем запускать обратно ряд. Пошли. Вот он пошел вверх. Обычно по схеме идет движение сюда. Может быть, этот или раскрытие для выхода. Да, мы его показываем, что у нас есть он, во-первых. У нас есть выход в этой части. Есть выход сюда. Отсюда только подъем. В этот порт у нас работает уже третий. Мы прокачали все три. У нас стопы есть, колени. Самое мы можем на них повернуться. И все то же самое задать уже. Мы сейчас не говорим о пространстве. И отпускание, и добавление, и движение. Все вместе. Мы постепенно двигаемся, Вот. Собрались. Да? Вот здесь. Выход. Там мы уже повтор показывали. Поворот, да? Выход. Первый. Мы вышли. Мы начинаем запускать процесс. Кисти и наш первый вариант. Второй вариант. Третий. У нас есть движение, когда я подкрепляю, да? Я здесь отпустил, а этим подкрепляю. Третий вариант. Который я выхожу, то есть, я фактически стопы создаю и внимание я на пространство.
захожу, то есть создавать другую, у меня идет выход, отпускаю, переход четвертого столка. То есть моя внутренняя. Я не сдуваюсь, я отдаю поток туда, усиливаю его. Здесь это как сжатие, я усиливаю его. Видите, опять новое отражение вместе с этим. Выше не поднимаемся, работа центральной линии. Второй. Центральная линия опускается. Реально работа с уровнем колена. Третий уровень. Стоп. То же самое пошло обратно. Как можно эту часть, вот видите, я хожу, если нижний уровень работает, вот. И также его потом буду раскручивать до полного варианта. Вот, допустим, все работает. Меняем. Этот пошел сюда. Третий раз сделать переход в этом уровне, с этого центрального уровня работаем, что подъем первый здесь, второй, этот, третий, стоп, оба.
первое. Второе. То, что обычно мы в змее. Понятно, да? Значит, следующий начинаем прорабатывать. Первый. Второй. Третий. Вот, пошел отсюда. Здесь я как будто бы с пола вышел. Третий. Оп, я включил. Теперь снова раскручиваю. И замыкаю, все собираю, схлопываю пространство как-то. Все, благодарю за внимание.